Владивосток сегодня утром вновь оказался во власти стихии. Из-за сильного дождя на дорогах образуются потоки воды. Дорожники заранее открыли решетки на сетях ливневой канализации, чтобы обеспечить быстрый спуск в низменных точках города. Однако даже открытые дождеприемные камеры на некоторых точках не успевают принимать все потоки, хлынувшие из косогоров. Как только дождь усиливается, вода начинает скапливаться в районе стадионов «Динамо-Строитель» на улицах Иманск и Луговой. С прекращением осадков вода уходит. Временно приостановлено движение трамваев. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров. Горожан просят соблюдать меры предосторожности. По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся сегодня в течение дня. В случае нарушений в работе городского хозяйства просят сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 22 22 333.